перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Кое-что хочу вам сказать. Давайте подождем еще людей. Короче, у нас уже достаточное количество. Сейчас еще люди подтянутся. Во-первых, я хочу всем напомнить, что 24 февраля презентация моего нового релиза состоится в клубе Red в Москве и 25 в Космонавте в Питере. Я вас всех жду, и для меня важно, чтобы вы пришли. Вот, что касается вопросы, которые мне все задают на протяжении суток. Про цензуру в клипе. Почему матные слова запиканы, почему, значит, факи замазаны. Все очень просто, друзья. Я снимал клип в Дубае. В Дубае есть определенные законы. Там очень все строго с цензурой. Там нельзя в публичных местах показывать фак и там ругаться матом и так далее. И режиссер, который мне снимал, он работает в Дубае на одну местную компанию. Поэтому ему принципиально запрещено было нарушать это местное табу. Вот. И он меня попросил это замазать. Исключительно вот из-за этого было замазано, и все. Не потому, что там кто-то нацелен куда-то пробраться на телевизор и так далее. Это просьба человека, который снимал, обусловлено местом съемки. Больше ничего. Вот. Второй момент, который я хотел вам сказать по поводу перезалива. Почему он произошел? Как обычно, все делали в самый последний момент. Это как и все я делал в жизни. Вот. И мне выслали клип очень поздно, и не было возможности проверить должным образом. Вот, и я проверил только какие-то определенные моменты, в которых сомневался, и выложил. Когда я выложил, оказалось, что со звуком, вот звук рассинхронен с видео на одну секунду, и заметно это только в первых 20 секундах, а дальше незаметно, поэтому мы это не заметили. Люди начали об этом писать, конечно, мы сразу отовсюду его удалили, этот недуг исправили, и вечером, как только быстро это было возможно, мы сразу его выложили обратно. Вот из-за этого мы потеряли просмотры, конечно, которые уже были на момент удаления. Вот, мы потеряли само видео, потому что кто-то его успел скачать, выкладывать на других ресурсах, ВКонтакте там и так далее и тому подобное, на Ютубе. На Ютубе мы уже все удалили, потому что я вышел на связь с агрегатором, который монетизирует мой канал. Вот. А ВКонтакте, наверное, до сих пор еще можно найти где-то рассинхроненную версию. Вот. Так что с клипом такие дела. Мы уже немножко все пошло не по плану. Но мы старались, потратили на это много денег и усилий. Поэтому пишите мне в директ сообщение о том, как вам, что вам понравилось, что не понравилось. Нам интересна критика и конструктивная. Йоу, салют, Ди. Я вижу тебя, парень. Вот. Что я еще хотел вам сказать? Я сейчас нахожусь в Вене, в Австрии. Отдыхаю. С одной шкурой. Шутка. В общем,
Да, и я вернусь, и сразу будут концерты. Я решил отдохнуть перед концертами немножко, потому что в Москве холодно, ненавижу холод. Вот, и тут теплее значительно. Вот, но уже, правда, холодно. Кстати говоря, если кто-то из вас знает какие-то очень классные места в Вене, которые можно посетить, которые могли бы посоветовать, то пишите мне тоже в директ. Все посмотрим. Вот сегодня я уже много чего видел и хочу еще много чего посмотреть. Вот. Ну, что еще сказать вам? Надо мне уже идти, на самом деле. Да, время прощаться. Все самое важное изложил. Кто не посмотрел еще клип, смотрите, ссылка у меня в профиле. Я считаю, это одна из моих лучших работ в плане видео. И поэтому хочется к ней должного внимания. Все, всем пока.